Мы приехали в отель Лужа Бодрум. Начинаем наш осмотр. Отель был построен в 2018 году и занимает площадь 110 тысяч квадратных метров. Территория отеля очень ярусная. Сервис здесь на высочайшем уровне, и отель находится всего лишь в 15 километрах от аэропорта, рядом с поселком Гверджинлик. Здесь также хорошо видно территорию отеля Лужа Бодрум. Это арена, где проходят все мероприятия. До 1000 человек размещают. У отеля нет конкретной программы на весь сезон. Они всегда ее меняют, доставляют какие-то мероприятия, каких-то приглашенных гостей. Арена не мешает основным гостям, проживающим, потому что здесь рядом нет номеров. Все достаточно удобно. Здесь только рядом итальянский ресторанчик. Еще немного очень красивая территория отеля Лужа Бодрум. Хоть территория отеля ярусная, у них повсюду есть эскалаторы. И очень-очень зелено. Пошли в азиатский ресторан, он работает только на ужин. Он с очень панорамными красивыми видами. На всю территорию отеля. И на соседний отель Титаник. Сегодня чуть облачно. Поэтому может не быть такой красивой картинки. Все равно завораживающе. В отеле есть номера Лагун. Они расположены в разных зданиях. Но есть достаточно неприватные номера. Вот так вот они выглядят. Обратите внимание. Номер Лагуна Deluxe Sea View. С выходом к подогреваемому бассейну. У всех номерах большие комнаты гардеробные со столиком. В номерах есть разделительная шторка для зонирования территории. Отель не ставит дополнительные кровати для детей или для взрослых. Застилаются только те места спальные, которые есть, то есть софу или диван. И выход к бассейну. Номер террас Sea View в отеле Лужа. С частичным видом на море в блоках со стороны Титаника. И на террасе получается уже не джакузи, а французская ванна. Если это террас Парк Сивью. Здесь у нас 50 квадратных метров помещения, 2 плюс 1 метр. С великолепным панорамным видом на Бодрум, на море. Небольшая кондитерская в отеле Лужа. Здесь конфеты ручной работы. Даже шоколадный фондан. Все на пляж в отеле Лужа Бодрум. Отеля Лужа на пляже есть такая особенность, что здесь достаточно резко наступает глубина. Пляж насыпной песок, заход в море, мелкий галик с песком. Но вот эта вот темная часть тоже глубина. И здесь идет еще зона кабан.
Дорогие зрители, надеюсь, вам понравился наш обзор. Ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь на наш канал.